Вы все долго этого ждали. Разрешите вам представить легендарный, древний, зеленый, огнедыщущий дракон, проживший примерно 3000 лет в горах вот этих Казахстана, прилетевший к нам в город с желанием сжечь его дотла. Но не так-то там все просто это было. Легендарные воины, я, Шурик, Вероника и Кузнец, сразили наповал этого зеленого огнедыщущего дракона. Поэтому разрешите вам представить, за моей спиной прямо сейчас находится тот, кто мог вас всех сожрать, но мы его остановили. К вашему вниманию, казахстанский зеленый огненный дракон. Кузя, сдрысни оттуда, я ж не про тебя говорю. Сдрысни в сторону, сдрысни в сторону. Вот рогатый зеленый огнедыщущий дракон. Это самое. Если кто-то хочет с ним пофоткаться, погладить его там, или еще, или зуб ему там отломать, в коллекцию к себе взять, 2 серебряные монеты и проходите, фоткайтесь. Давайте, давайте. Если кто-то хочет, ага, ага, 2 серебряные, мужик сеном, давай проходи. Следующий. Ага, да, молодцы, молодцы. Проходите, давайте, проходите, проходите. Давай. Ну а чё, как бы, дракона кокнули? Кокнули, своей жизнью рисковали, рисковали. Надо бизнес как-то вот это немножко поднять, баблишки. Мужчина, вы проходить будете, нет? Я с центрального канала «Магические яйца». Хотел бы взять у вас интервью. Как вы вот это, как вы убили дракона? А, не-не-не-не-не, я интервью не даю, если хотите брать интервью, обращайтесь к кузнецу, кузнец вам все сейчас в красках с подробностями расскажет. Я интервью не даю. Вы там с драконом, главное, поаккуратнее вот это, не топчитесь по нему, а то сейчас ему на ухо наступите, вдруг он еще очнется. Молодой человек, расскажите, как вам удалось одолеть этого дракона? Это все мой волшебный топор! Топор всему голова! Магические палочки, отстой! Один взмах топора, дракон мертв. Я завалила его с одной тычки. Я дракона-убийца. Моя мама мной гордится. Ой, ты сказочник, сказочник. Я, дайте я вам расскажу тогда лучше интервью. Он вообще ничего не делал. Это я своей вот этой магической палочкой на гром, вот этот. Это я бурю призвал и кокнул этого дракона. А Шурик с Вероникой мне помогали. Этот кузнец бегал здесь, кричал вот это. Ва, ва, и топором своим сраным махал и даже ничего не сделал. Вранье, это все случайность. Да, да, да. И потом каждый раз приходит и начинает гореть то, что магические палочки, отстой, топор всему голова, и со своим вот этим топором вообще ничего нормального не делает. Поэтому кузнец лох. Так и запишите в своем вот этом интервью. Ага, это, спасибо за интервью, до свидания. Дракона он завалил своим топором. Ты чё сказки здесь рассказываешь, да? Дракона ты завалил. Этого дракона мы кокнули, а не ты его завалил. Мы все вместе его кокнули, кузнец. Вчетвером. Нас четверо было. Вот это убийцы дракона, кузнец. Ты чё наделал, пердак хрюндельский? Ты только что мертвого дракона убил! Ты чё с него кожу заживо мертво содрал? Ты совсем с ума сошел? Те, кто вообще горел по нему тыкать или что-то с ним сделать? Это трофей города, он здесь до конца веков будет лежать. Ты чё сделал? Живодеры! И не говори, кузнец, настоящие живодеры мертвого дракона вот это пытают! Слушайте. Как, выкиньте все обратно, это то, что сейчас дракона выпало. Я дракона кокнул, значит, все трофеи мои. Вот это сердце дракона, череп дракона, всю чешуя дракона. Все сюда давай выбрасывай. Когда я вам сказал, по 2 серебряные монеты, подойдите, смотрите, фоткайтесь с драконом, но не топчитесь по нему. Что вам непонятно стало? Вы почему с мертвого дракона заживо шкуру содрали? Слайм, вот давай я с тебя сейчас весь твой слайм содру, а? Вот так, заживо, а? А чё, вы же любите мертвых драконов вот это убивать, не? Едрить, колотить, все, больше нет у нас трофея. Кузечка, пошли со мной, пока они тебя еще случайно не кокнули. Лети отсюда, куропатка моя крылатая, давай, полетел отсюда, Кузя. А то сейчас они еще и моего дракона убьют.
А ты, кузнец, в следующий раз сказки-то такие не рассказывай. Если будешь кому-то интервью давать, сразу же говори, что это мы все его кокнули вчетвером, а не только вот это ты один его кокнул. Это еще чё такое? Шура, это... Вероника! Вы с ума сошли в этой серии или чё вы делаете? Бабочки недоделанные! Это кузнец, тихо-тихо! Это самое, они на крыльях любви здесь летают! Вот что это значит! Они же вот это, они вроде встречаться, вот это чики-бамбони вот это начали делать, шуры-муры. Смотри, порхают как бабочки настоящие! Но вы спускайтесь сюда! Это, кузнец, у тебя еще вот этот лук остался? Нет? Давай мы их забьем нафиг! Сюда спускайтесь! Вниз, хватит там летать уже! Вероника, я сейчас тебя подстрелю, честное слово. Кузнец, у тебя стрела в бороде застряла, вытащи ее. Ребят, нам нужно вам что-то сказать. С этого дня мы официально встречаемся. Наш птенец вот этот из гнездышка вылетел, повзрослел. И не прошло 30 серий магии, как Шурик наконец-то склеил тёлочку. Да, Вероника? Я вас поздравляю всем своим сердцем. Мы это давным-давно ждали. Удачи вам там в будущем. Вот это... Дети будут? Когда детей планируете заводить? Это чур, когда у вас появятся дети, назовете их в честь меня. Кузнец! Ну, хорошая идея, если сын у вас появится, его будут звать вот это, Кузнец Шурикович. Мне кажется, нормально. Ну, мы вас все поздравляем вас. А еще у нас для вас есть один сюрприз. Сюрприз, говорят, сюрприз у них для нас есть. Ну, пошли давай, кузнец. Кузнец, ну вот это я понимаю, просто сплавили нашего другана. Сам бы он Вернику никогда бы не склеил. И вот это зелье ему помогло, мои навыки пикаперства ему, конечно же, помогли. И вот это вот все ему тоже помогло. А я чё пока не видел, вы наш дом весь перестроили? Японский дракон, я-то думал, мы уже никогда в этой жизни бомжевать не перестанем. 20 или сколько там, 10 чем-то серий мы жили просто на улице. А сейчас наконец-то сможем жить в нормальном доме. Ну все, я тогда беру, затаскиваю все свои шмотки. Моя комната, как и обычно, на втором этаже, да? Все, Шура, молодец, кузнец. Ты мне поможешь вот это вещи туда перенести. Да, с этого момента мы с Шуриком будем жить вместе. Вы вместе будете Шуриком жить, я с вами буду вместе жить втроем, заживем-то так. Чур, моя комната на втором этаже, там, где она была раньше, вы будете Шуриком в подвале тогда ночевать, как Шурик раньше там и спал. Да, нет, ты неправильно нас понял, ты с нами жить не будешь, мы только с Вероникой будем. Ну так я об этом и же говорю, то что я с вами жить не буду, вы только с Вероникой будете жить в этом доме. Ну а чё я неправильно понял? В смысле я с вами жить не буду, вы только с Вероникой здесь жить будете? Ты, Шурик, очумел или чё? Ты в курсе то, что я тебе сам помогал этот дом перестраивать? И в этом доме полстака моих серебряных монет, которые я потратил? Вы вообще берега вот эти магические попутали или чё? Ну, мы же только начали встречаться, нам нужно побыть наедине. Обосраться. Шура, когда тебе надо бабу склеить, вот эту девушку склеить, я тебе и зелье красоты приготовил. Я тебе и научил тебя, как пикапить девушку, что надо говорить, что не надо говорить. Я тебе свидание организовал. Я тебя в нормальную одежду одел, чтобы ты выглядел как нормальный человек, а не бомж какой-то. И вот это твоя благодарность? Ты склеил Веронику только благодаря мне, потому что я тебе зелье красоты вот это дал. Ты очумел, Шура? Ну, мы вдвоем будем жить в доме Шурика, а тебе мы хотели подарить мой дом. Ты там будешь жить один. В смысле, вы будете жить в доме Шурика, а ты мне, Вероника, подаришь свой дом?
Так с этого надо было начинать! Так я только за! Наконец-то буду как холостяк жить нормально сам в одном доме! А чё вы сразу это не сказали, а? Шурик, всё, что он сказал, это правда? Что ты наделал, дурак? А-а-а! Да, Вероника, это наш юмор, мы так шутим по-дурацкому. Не, конечно, Шурик тебя сам склеил, я ему даже ничего не помогал. Не, это просто, это я у кузнеца учусь, кузнец меня просто своему тупому юмору вот это учит, поэтому я хожу по городу, вот эти тупые шутки какие-то выкрикиваю. Вот это, не, вот это, Вероника, это все неправда, не. Ха, ну да, это смешно получилось. А, ну вот и все. Так, подождите здесь, тогда это мой дом с этой серии получается. Ну, слушайте, звонок работает, двери работают, вот это, свет вроде вот это, да, работает. Тут у меня телевизор, тут я себе кровать поставлю, на втором этаже я себе поставлю PlayStation 4, вот это телевизор, вот здесь у меня будет игровое место с компьютером, вот здесь возле окна у меня будет Кристина. Вероника, а в придачу с этим домом твоя сестра Кристина тоже идет, или ее можно отсюда убрать? Ну ты пока постой, пока постой, я потом заселюсь в этот дом, я тебе через окно вот это выкину. Ага. Привет, Кристина, был рад с тобой познакомиться. Так, Вероника, ты главное вот это Кристину забери, ага. Ну, хорошего вам дня, мы пошли к нам домой. Все, давайте, хорошо там провести время, ага. Ну чё, кузнец, заживем с этого момента, получается, да? Прямо сейчас мы с тобой отправимся в город, мне нужно купить себе шкаф, мне нужно купить себе компьютер, после этого мы вернем... Это чё сейчас было? А, это у меня в живот урчит, это не переживай. А, ну ладно, пошли тогда, если у тебя живот урчит. Не, кузнец, это что-то, это не живот урчит, ты уверен? Может, земля пукнула? А может и земля пукнула, так, пошли, я надеюсь, что... Нет, кузнец, это точно что-то не то! Мне кажется, ли это землетрясение какое-то начинается? Ядрить, колотить, спасайся, кто может и не может! Так, Шурику домой, быстро! Надо Шурика предупредить то, что землетрясение вот это начинается! Все под стол, все под стол, давайте быстро! Когда землетрясение начинается, надо прятаться под объектами, Шурик ложись! Землетрясение начинается, ядрить, колотить! Видишь, это, я уже думал, это я вот это с ума сошел, но походу это не я, это реально землетрясение. Не, так, все, я манал вот эти, под этим столом лежать. Спрячьтесь, что вы встали, прячьтесь все под стол, землетрясение. Сейчас земля упадет. Нет, это кузнец, я сомневаюсь, что земля может упасть. Мне кажется, там кто-то в дверь звонит. Кто во время землетрясения в дверь звонит? Ты там чокнулся! Домой уходи, пока тебя здесь не кокнуло, не завалило обломками! Чё за вот это придурок? Верховный маг города! Землетрясение, ты чё тут забыл? Настал! Второй этап турнира магов. Пришло время снова показать себя. Так это ты землетрясение призываешь? Ну ты совсем чокнулся. В предыдущей серии, когда ты второй этап вот этого турнира объявлял, или первый, ты метеориты с неба призывал. А сейчас ты вот это землетрясение. А в следующей серии ты чё, цунами на город призывешь? Слушай, мужик,
Когда ты хочешь людям что-то сказать, ты через телефон можешь это, смс-ку написать. В крайнем случае можешь газеты по городу там, вот это объявление повесить. Или просто прийти в двери постучать. Ты землетрясение, кузнец вообще думал, сейчас земля упадет. Ты что делаешь с людьми? Пройдите за мной. Ненормальный просто. Так, окей, если мы уже приняли участие вот в этом турнире, значит, надо идти дальше. Кто со мной сейчас пойдет во второй или третий вот этот этап турнира сейчас сражаться, а? Ой, ну у нас с Вероникой немножко другие планы на вечер, извини, но не мы. Ну, тогда, походу, выбора у меня нет, да, кузнец? Ну, ладно, так, мы через окно выйдем, а то тут яма небольшая образовалась. Пошли, кузнец. Слушай, реально, ты в следующий раз эту палочку засунь себе, знаешь куда? Я лучше промолчу и не скажу куда, но больше вот землетрясения вот эти не используй. Ненормально, аж сердце чуть не остановилось. Ты там давай, кузнец, не отставай, сейчас еще один поединок вот какой-то будет. Ваше новое задание — это проверка ловкости. Вам нужно добыть 3 яйца самого редкого, дикого и горного орла. Чё нам сейчас надо сделать? Яйца орла добыть? Где ты хочешь, чтобы мы эти яйца орла добыли? В гнездах на самых высоких деревьях в нашем городе. Это чё за задание такое странное? Может, мы пойдем просто на арену и будем сражаться с другими магами? Какие яйца орла ты хочешь, а? Принесите их мне и сможете пройти к новому этапу. Кузнец, у тебя случайно вот это, у тебя яйца есть, а? А ну, у меня-то они есть, но нам яйца орла нужны.